Паспортисты из Дубасар нашли $300 в паспорте умершей бабушки и вернули деньги родственникам. В паспортный стол документы умерших из ЗАГСа привозят раз в месяц. Там же их утилизируют. Перед этим обложку с паспорта снимают. Как раз под ней деньги и обнаружили. Бабушка проживала одна, родственников нет. Мы выяснили, что хозяйка квартиры, в которой она жила, это была ее родная сестра, которая проживает в Канаде. Сын у бабушки был, но живет в России. Паспортисты выяснили, у бабушки есть племянник, они с женой за тетей и ухаживали. Они же ее хоронили. Паспортисты нашли родственников и сообщили им о находке. Она нам вообще говорила всегда, в чем похоронить ее, где деньги, но не в этом, конечно, месте. И мы очень долго вообще искали паспорт, еле нашли его. Видимо, она поэтому паспорт запрятала, что там были деньги. Племянник паспортистам благодарен, сказал, на эти деньги поставит тете весной памятник.